собрали теплицу арочной формы с размерами 2 шириной, 3 длина. В первом торце дверь торцевая, в втором торце просто форточка торцевая из трубы 20 на 20, цинкованная, покрашена полимерным порошковым способом. Также брус 100 на 100 обработанный антисептиком, колышки в каждом углу. Также стоят укосины, поликарбонатная ватра идет. 14 лет срок эксплуатации, 0,75 плотность, 4 мм. Также идет две нитки для растений. Вот такая вот маленькая аккуратная теплица. Всем добро пожаловать на канал Морская усадьба. Сегодня мы проведем ремонтаж теплицы арочной 2 метра шириной, 3 длиной. Устанавливалась она на брус 100 на 100. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20 на 20 и покрашен порошковой полимерной покраской коричневый цвет 80-17. В этом у нас торце дверь цельная. Другой у нас торец глухой с форточкой для проветривания. Также на брус закрепили кольями по углам и установили укосины. Ну, на этом у нас все. Всем пока.